Всем здравствуйте, с вами Вир, и сегодня мы будем играть в игру тоже в эту убогую игру. Ну, вы знаете, я же снова рубрику придумал. Вот, эта убогая игра называется Talking Tom Run Gold. Gold Run, да. Вот так она выглядит. А, я тут уже попроходил, да, только я искал везде, вообще не мог найти. Так, первое, что у нас есть, это миссия. Нам надо, так, подобрать два самолета. Это ежедневная миссия. Так, и у меня уже доступен кейс. Кейс это, короче, вы бежите там. Так, сейчас быстренько откроем. Плохое все выпало, ничего хорошего, стоящего не выпало. Так, тоже все плохое, да, я так понимаю, да. Вскрываем. И идем дальше. Так, посмотрим, что у нас есть по дому. Так, здесь у нас ни на что не хватает. Так, видел, что-то вот там. Ага, можем шлем прокачать. И что еще? Так. Все, что ли? Ладно. У меня уже доступна Анжела. Ну ладно, погнали. А здесь управляется мышкой игра, да. Достаточно трудно играть. Ну, у меня рекорд там вообще 40 с чем-то тысяч. Ну, профессиональные игроки там вообще набирают. Профессиональный игрок это... Что, блин? Ладно, допустим. Кстати, бесплатно, бесплатно. Давайте посмотрим. Бесплатно мы продолжим. В принципе, мы недолго продолжим, я так думаю. Так, ну не думаю, что это уже тупая игра. Кстати, в принципе, можно добавить. Так, чуть-чуть вот так вот. Ладно. Ну все, я скоро не вкопся. Стоять. Все. А, нет, нет. Вот так вот. И я понимаю, мы продолжаем, да? Господи, а мышка глючит. Уже давно нехорошая, как вы видите, да? Давайте опять бесплатно посмотрим. Да, вот такая чит так по жизни. Опять это одна и та же реклама. Не, ну я еще ее в реальности просто не видел. Да, если так посмотреть. Если в реальности посмотреть, это вроде нормально будет. Или вы хотите вот говорить чуть погромче всегда? Буду говорить чуть погромче. Но если вы захотите, конечно. Вдруг вам так нравится. А я только еще сильнее все испорчу. Так. Что? А, ну да, мы посмотрели. И... Главное, чтобы было вот эту вот картинку видно. Так. Теперь без хватки будет. А, я... Блин, нет, так вообще неудобно играть. Не-не-не. Так вообще неудобно играть. Да. Готов мы будем играть до тех пор, пока что-нибудь не купим, да? Да, то, что долго в эту игру, конечно, можно играть. Так, я сказала, как она называется? Она называется Talking Tom Gold Run. Да, прям вообще мастер. Английский на 3 знаю. Кто-то вообще скажет, иди в школу, учи английский или вообще учись. Ну, ребят, не говорите мне делать то, чего не бесит. Ну, ребят, пожалуйста, не говорите мне того, чего я не хочу. Я не хочу учить английский. Нет, конечно, мне английский понадобится в жизни. Типа, если я куда-нибудь перееду в какие-нибудь страны, то, в принципе, там больше всего разговаривают на английском люди. На английском. Так, я не вижу курсор мышки. Все, теперь вижу. Достаточно тупые видео у меня получаются. Снимаю вообще на телефон. Да...
Ну, извините, как есть. Кстати, вот мы подобрали это наш шлем, который может нам про... Как бы, если мы врежемся, то нам ничего не будет. Да, прям вообще абсолютно нам ничего не будет. Ой, господи, двигайся. Достаточно трудная игра. Одна из тех, которая называется Райнер, у меня 9000. Так, как, кстати, будет лучше? Не, это классики у меня лучше вот так, да. Так. Чуть-чуть вот так. Так, тихо, не скатывайся. Все, вот, вот, вот. Хорошо. Так. Go! Go, run, go! Go, run, go! Так, все, нажал. О, видите, да, как бывает? Только что сейчас вниз нажала, а у меня оно в бок. Так. В принципе, про эту игру много-то и говорить не надо. Здесь нет ничего большого, такого глобального. Блин! Как бесит эта игра. Все, короче, я настроен серьезно. Очень серьезно. Я должен побить свой рекорд. Или, нет, купить, да? Купить. Это у нас за... уже 7 минут. Почти 7. Ну, 6, ладно. Скажу, что 6. Ну, уже 7, вот, почти. Еще чуть-чуть осталось. Ой, вот это вот очень хороший этот. А, здесь вообще тогда вот с этим бустом... Ой, бустом. Я даже не знаю, как-то назвать. Блин, вы видите, что происходит? С этим множителем, да. Да, это множитель. С этим множителем, в общем-то... Так, что-нибудь можно купить? Купить. Нам надо минимум 2000. Окей, нам купим 2000. Блин, вообще, мышка у меня очень-очень сильно тупит. Офигеть. Это мышка все у меня очень сильно тупит просто и все. И я сейчас. Блин, я же нажимала! Как она меня бесит! Нереально просто. Невозможно, как она меня бесит. Невозможно, возможно. Я знаю точно. Это возможно. Так, нет, слишком. Может чуть поближе, если только сделать. Вот так вот. Да-да-да. О, нет, я сделал еще хуже. А, нет, вот, все, раз. Вроде нормально. Сейчас надо обратно проклеить. Все. Нет, он уже отливается. Ой, и прям сразу у нас появляется шлем. Я умираю. Идеально бесит эта игра. Да. Мышка, блин. Все засоренное, да, я так понимаю. Ой, играем. Ну что-то бывает. Бывает, срабатывает. Ой, no! God! No! No! Окей, пауза, пауза. Я подобрал там шлем, если кто не видел, да. Он все ниже и ниже. Все. Нет, я не хочу сдуваться. Вот, он вот так вот возвращается потихоньку. Да, я все слился. Радостно-то как! Я сейчас быстренько приду. Я взял таблетки, чтобы успокоиться, да. Да.
И теперь я хочу успокоиться. И я еще взял зубочистку, чтобы грязь из мышки вытрясить, потому что, походу, она засорилась, потому что это не работает. Да, видите? А, ну вы же не видите, да, это я вижу, я офигеваю просто. Так, сколько здесь всего? Да хватит чесаться там. Так. Так, другая. Все, теперь должно все нормально работать, по крайней мере, да, вроде лучше стало. Ой, прям как хорошо стало. Ой, я не вижу курсор мышки. А, да, кстати, ребят, почему у меня не выходили так долго видео, не было времени. Да, я все-таки чуть-чуть, но занимаюсь, да, школой. И сейчас, наверное, кто меня обозревает, по-любому будет такой Андрей Нефедов или Женя Белозверов, или кто там со школьников. А, я тут Диман Вектор, ну, Димас Вектор, или как там, короче, Вектор, да. Вот тоже мне... У Вектора вообще прикольное очень видео. Да. И... Блин, 3 динамита мне сейчас вообще не нужно. Так. На чем я остановился и Каю. И я стараюсь как-то... ну, как бы не произносить такие... Когда я Каю... Ой. Так, извиняюсь. Блин, нет. Фух, вот, все. Я стараюсь, ну, все, ладно, пройдем Вектора. Димас или Дима, я не знаю, как там написано, я уже забыл. Вот, он классное видео выпускает, и я видел видео, где, типа, он делал обзор на школьника, у которого 200 тысяч подписчиков. Да, мне до этого очень долго. Он снимает примерно... Не знаю. Я об этом школьника увидел вообще у Андрея Нефедова, я имею в виду. Не знаю, можно мне ли его называть Андреем Нефедовым, либо просто Андреем. Мало ли он там, типа... Не, ну, знаю то, что он не смешно шутит. Да, это, наверное, каждый знает, что он не смешно шутит. Ой-ой-ой-ой-ой, как у меня сейчас рефлекс сработал. Наверное, все знают, что он не смешно шутит, потому что мало кто над этим смеется. Но я иногда смеюсь, да? Когда там прям в очень редких моментах я смеюсь. Так, хватает мне на что-нибудь? Смотрим, пожалуйста, чтобы хватило 2000. Еще 800 надо накопить, и все, и мы закончим. Видео уже идет у нас, не знаю, 13 минут. Нет, 14. Ну, скоро будет 14. Да. Надеюсь, вам меня хорошо слышно. Я знаю, сейчас будут некоторые говорить. Займи школу. Я уже это, кстати, не раз говорил. Но все равно, ребят, мне нравится снимать. Для людей. Мне не нужны деньги с Ютуба. Вот реально, я зарабатываю. Ой. Я еще пока, кстати, ни на каком видео не заработал, потому что у меня только 2 видео. И вы знаете даже какие. Это знакомство. И, короче, убогие игры. Да, я решил назвать это убогими игры, а не пародиями игр. То, что убогие игры, да. Потому что там... Ну, это как бы пародия, но не настолько, одна штучка, серьезно. Пародия это как бы... Ой! Все, бомбито! Пародия это... Что такое пародия? Пародия это как бы... это то же самое, только там играют совсем другие люди. И они как бы провоцируют других людей что-то сделать, типа... Ну, не знаю...
есть канал, короче, Рики Микифо. Ну, я их так называю. Рака Макафо. И у них, короче, есть... ну, вот это у них чисто канал состоит из пранков. Ой, классно. И у них чисто канал, только вот все, что есть на канале, это вот только чисто пранки и все. Только не пранки, да и все. В принципе, больше ничего нету. Так, есть один этот, но мне не очень дорог. Он мне вообще, можно сказать, не нужен, потому что из них выпадает одна чушь. Да, одна только чушь, ух ты! Ух ты, я хотел сказать, я не ух ты. Я никогда не говорю ух ты. Ну так сейчас сказал. Два раза... Ух ты ж, повезло мне. Блин, говорю как... Не знаю. Да, говорю как не знаю кто. Не хочу просто никого оскорблять. Не, ну, наверное, даже никто до конца это видео не досмотрит. Да, не досмотрит. Мне вообще, на самом деле, я, ребят, наверное, многие из вас знают, что я никогда не выпрошу лайки. Вот, никогда я не выпрошу лайки. Почему? Потому что, блин, ну зачем? Я это делаю не ради популярности, я это делаю ради того, чтобы, не знаю, память сохранилась обо мне там. Ну, самое видео, потому что мне нравится это делать. Посмотришь на других и сразу понимаешь, что как бы кто здесь батёк, да, кто. И тем более скоро YouTube заменит. Ну, YouTube станет популярный любого там телеканала. Типа ТНТ, СТС, Первый канал, там Россия, какие там еще НТВ, что там, еще какие-нибудь есть, но их не знаю. Вот. Ну, главное, что как бы YouTube заменит и скоро. Если вот сейчас начать, то потом другим тебе будет трудно догнать. Это говорил по-моему, Слава Буленков, да. Ну, вы его, наверное, не знаете. А может, и знаете, у него достаточно много подписчиков. А точнее, у него, по-моему, 100 тысяч даже есть, или 30 с чем-то тысяч. И он дает советы по урокам. Ого, может, накопим на дом, ребят? Блин, что, еще 400? Давай попробуем накопить. Кстати, я прям вживился. Реально, вот прям. Мне чуть-чуть понравилось говорить об этом, потому что я могу залагать свои мысли тем временем, пока что, ну, пока вы смотрите на игру. Это, вот эта вот игра, она потянет просто на Nokia 3310, я не знаю. Вообще, короче, на любое устройство. Ну, вы понимаете, что на Nokia 3310, я просто шучу, она же не по... Все, у меня опять залагала мышка. Ладно, давайте купим уже этот. Этот. Все, короче, идем и покупаем вот этот вот. Офигеть! Окей, ребят. Окей, на этом я буду, в принципе, заканчивать. Очень классно поиграл.